Всем привет! Сегодня будем готовить очень быстрое куриное филе. Я его порезала вот такими тоненькими полосочками. Посыпала уже черным перцем филе. И сейчас добавим немножко соевого соуса. И все перемешаем. Дадим постоять буквально минут 5. И будем обжаривать. Укроп и чеснок нам понадобится для соуса. И кипяченая горячая вода. Все. Вот такие набор продуктов. Пока мясо маринуется, мы сделаем соус для нашего мяса. Чеснок я мелко нарезала. Добавляем немножко соли. Так, немножко щепотку. И заливаем кипятком. У меня здесь кипяченая вода горячая. Чтобы чеснок отдал хорошо весь свой аромат. Сюда теперь добавляем мелко нарезанный укроп. Вот это будет у нас заправка для нашего мяса. Все. Прошло 5 минут. Филе промариновалось. Будем сейчас его обжаривать. Наливаем немножко масла растительное. И выкладываем филе на горячую сковородку. Оно обжариваться будет очень быстро. С каждой стороны минуты 3-4, и оно будет готово. Прошло 3 минуты, переворачиваем наше филе и обжариваем со второй стороны тоже в течение 3 минут. Филе готово. Будем пробовать. Соусом поливаем сразу, как мясо только приготовилось, пока оно горячее. Курочка очень-очень сочная, очень вкусная. Всем рекомендую. Кушайте вкусно. Всем приятного аппетита. Подписываемся на мой канал. Кому понравилось, ставим лайк. Всем пока.